пятницу в Самарской области пасмурно и облачно. Осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха днем плюс 2, плюс 5 градусов. Ночью 1-3 выше 0. Ветер восточный, юго-восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани на небе тучи, пройдут снег и дождь. В дневное время плюс 3, ночью плюс 2 градуса. Ветер восточный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно и дождь, днем 2 тепла, ночью плюс 3 градуса. Восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде дождя. Днем плюс 3 градуса, ночью 2 с плюсом. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 85%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.